Ректор Ильшат Гафуров вручил красные дипломы 50 выпускникам-отличникам Казанского университета. Торжественная церемония прошла во дворе главного здания. Студенты программы бакалавриата и магистратуры долго и упорно шли ко дню получения дипломов. Руководство Казанского университета сделало все возможное, чтобы этот праздник запомнился им на всю жизнь. Ильшат Гафуров поздравил выпускников и пожелал им удачи. Это не только отличники учебы, это люди, которые всей своей жизнью они показывали преданность университету и занимались творческой деятельностью, спортивной. Они активно участвовали во всех тех преобразованиях, которые в эти годы шли в университете. Они вместе с нами переживали неудачи, вместе с нами радовались нашим успехам. Я думаю, они еще скажут свое слово и в науке, и в образовании, да и в повседневной нашей жизни. Во время вручения красных дипломов отметили и лучших из лучших выпускников, которые принимали участие во всевозможных конкурсах во время обучения. Студенчество в стенах Казанского университета прошло ярко и насыщенно, и оно навсегда останется в наших сердцах. Немного грустно прощаться со студенчеством, но когда понимаешь, что за спиной поддержка и опора в лице Казанского университета, понимаешь, любые испытания по плечу. Я не могу представить, что 4 года моего образования Казанский федеральный университет пролетели так быстро, незаметно и, самое главное, кайфово. Качественное образование и лучшие друзья, которые я встретил здесь, именно в Казанском федеральном университете. Благодарю всех, кто был, значит, или кто участвовал в моем участии, в моем образование, и кто вкладывал, инвестировал в меня. В завершении мероприятия выпускники подарили гостям песню и, конечно же, сделали фотографии на память. Будущим выпускникам я бы хотел пожелать, наверное, самоопределения, чтобы каждый понимал, что он действительно будет делать после того, как выпустится, потому что это самое главное, наверное, в жизни, и не бояться перемен. Абитуриенты, которые будут поступать в этом году в наш федеральный университет, они не пожалеют ни насколько, потому что они обеспечены всем и знаниями, и мероприятиями, и всем, что хотят получить от студенчества в принципе. Напомним, что в 2021 году Казанский университет с учетом филиалов в Набережных Челнах и Елабуге окончили порядка 9000 выпускников, около 6000 бакалавров, более 2400 магистров и более 400 специалистов. Из них диплом с отличием получили 2706 выпускников. Энджи Минибаева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. We'll be right back.